Всем привет! Меня зовут Татьяна, я мама четверых детей и основатель проекта «Инфэнси». Четвертый ребенок, безусловно, большая радость в нашей семье. И, конечно, это огромный опыт родителей. И именно опыт родительский нам подсказал, что у нас вновь ожидают бессонные ночи, колики, беспокойство. Когда Еву еще ждали, мы пересмотрели много информации о том, как облегчить этот период в жизни и себе, и ребенку. Решили, что нашим помощником будет ортопедический кокон. Стоимость зарубежных аналогов, мягко говоря, вызывала шок. Стали выбирать среди российских производителей. Главный критерий был безопасность и качество. Запрашивали сертификаты, фото, видео коконов. Даже секретную информацию удавалось добывать. А таким образом мы выбрали, пожалуй, лучшего производителя коконов в России. К моменту появления Евы люлька-кокон уже была у нас и решила почти все наши проблемы. Мы были в восторге от такого девайса. Проблемы с коликами были забыты, беспокойства у нас ушли. Мы смогли наконец-то высыпаться и уделяли с мужем друг другу больше внимания. Сложно поверить, что такой простой на вид девайс может так значительно облегчить жизнь молодых родителей. Мы основали семейный проект, чтобы помогать таким родителям, как мы, приобретать качественные, хорошие товары для наших детей.